Всем ку, с вами я, Артвас, и это третий ролик по 11 игроков в драфте. И сегодня у нас группа С, где у нас сборная Украины, сборная Нидерландов, сборная Австрии, сборная Северной, вроде как, Македонии. Поэтому сразу извиняюсь за то, что звуки будут посторонние, кроме моего голоса, потому что окно открыто, жарко, плюс 30 на улице, вы понимаете? Давайте идемте сразу в драфт, попробуем сразу первую попытку, но чтобы вы понимали, в чем прикол, потому что я собирал сейчас драфт перед видосом, и у меня только за 11 игроков выпал один игрок из этой группы, это украинец Зинченко, блин. Один из 11 игроков, представляете? Хотя бы 8 игроков, мне кажется, можно собрать, чтобы каждый там был из сборной, там Австрия, Македония, голландцы и украинцы, чтобы там были. Давайте сразу первый драфт. Это 4-2-4, наверное, атакующую такую схему возьмем. И капитан сразу, Вирджил ван Дейк. Так, сразу еще один игрок из этой группы, это опять голландец. Из 11 игроков только двое, понимаете? Вот в чем прикол. И это причем голландцы, которые такая более-менее знаменитая нация, смотря на другие. Но мне, наверное, больше алжирцев выпало, уже штуки 5, только не эти 4 нации. Опять алжирец, видите? Уже 6-й, 7-й. Но тут есть одна утовище-то, слава богу, хотя бы третий игрок и хотя бы не голландец. Блин, Македония, наверное, вообще не выпадет ни разу. Его, кстати, еще один алжирец. Это уже 8-й, да, получается? Получается 8-й, да? Хардеки. Ладно, первая попытка не удалась. Погнали за второй. Может, вторая попытка удастся, поэтому давайте по флангам, я не знаю, есть кто-нибудь. Ну, тут все фланговые, поэтому в любом случае придется. И тут выпадает нам игрок сборной Голландии. Это Ленс. И сразу же Де Йонг. Так, правый фланг вообще все голландцы, получается, все три. Вот он. Я хотел только сказать, из Австрии или Македонии, это Алаба. Из Австрии как раз. Ну, может быть, в принципе, шансы есть собрать. Вот Вирджил ван Дайк выпадает, или Деврей меньше падает, поэтому давайте его возьмем. Может, у нас и есть шанс собрать хоть хотя бы 8 реально игроков, но все равно не верится. Потому что, хотя, не знаю, вот еще один голландец вместо Вендела. Так, это Македония. Сейчас 7 игроков, получается, мы можем сейчас выиграть драфт. 8 игроков есть. Нет только Украины. Если Украина выпадет, все, может дальше не играть, а Украина не выпадет. Но 8 игроков, вполне достойный результат. Это, можно сказать, выигрышный, но нету и Украины. 13 только. Даже Македония. Македонию я вообще не ставил. Давайте последний драфт соберем с тремя защитниками, где сразу икона падает, это Клюверт. Хорош. Фер, это второй игрок. И сразу третий, это Деврей. Да, Дели Блинд. Астриц. Ну нет, наверное, без шансов. Скорее всего, это драфт. Это вообще, мне кажется, очень сложно. Хотя мне выпадает потихоньку. Но, как вы видите, мне не выпал из этих троих вообще никто. Но тут есть Тиль, Донг. Ну, кстати, если посмотреть, мне только троих надо заменить. Если три подряд выпадут, а мне один уже выпадает, есть большой шанс. В прошлый раз мне везло, тут не повезло. Но давайте выпадет последний игрок просто. И не выпадет последний игрок. Короче, все. Я собрал сколько получается? 9 игроков, 2 нации. Не получилось собрать Македонию и Украину. Но получилось, что у нас австриец. Это чел из Айнтрахта, вот этот Хинтергер. И из сборной Нидерландов больше половины состава. Если вам понравился этот видеоролик, я посоветую вам поставить лайк, подписаться на канал. Ну а с вами был я, Артвас. Всем удачи, всем пока.